Всем привет, MMX Healish. Ребята, давайте посмотрим, что у нас там за уровни остались. Ага, как раз мы стоим на том самом уровне, где нужно побить рекордик. На четвертой позиции, да, самая ужасная позиция у нас пока что. Так, Лёшка проехал на такой тачке. Мы с вами сейчас попробуем на... Что у нас за тачка? Гонщик SX1. На самой быстрой, наверное. Да, давайте сейчас попробуем на этой тачке покатаемся, попробуем пройти этот уровень. На четвертой позиции мы с вами там оказались. Но вообще, ребят, вообще, если я на такой четвертой позиции, это говорит о том, что я этот уровень забросил, потому что слишком долго, наверное, ковырялся, не смог проехать его и решил просто забить. А может, просто не обратил на него внимания. Блин, может, просто я его пропустил. Не стал проходить, да? Улучшать. Ну, давай, сейчас попробуем. Лёшка у нас проехал за 59 вроде секунд. А мы с вами... Подождите-ка. Здесь нужен разгон. Здесь нужен разгон, ё-моё, иначе... Блин, короче, очень много времени потеряли. Так, ну ладно, это у нас типа пробный и тестовый заездик. Мы просто прощупываем трассу. Ну до конца по-любому доедем. Нет топлива, чёрт. Давай, бери топливо. А может, ты без топлива доедешь, кстати? А, доехал без топлива, ничего себе, правда. Очень много времени ушло. Ну чё, побили? Нет, ребят, не побили никого. Да, к сожалению. А, и все из-за того, что мы там потеряли время. Блин. Так, на этот раз. На этот раз. Так, в каком месте? Вроде вот в этом месте надо было тормозить, да? В тот раз. Вроде бы на ремет. Так. Все, летим дальше. Ну и практически финиш не за горами. Соответственно, сейчас у нас будет крутой подъем, как я помню, перед финишем. Вот здесь вот. Блин, а на катиком в тот раз я заехал. На катиком заехал. Чё за фигня, ребята, блинский, ребята, о, катец. Да. Ну, давайте попробуем на этот раз. Нет, не попробуем. Попытка номер 100-500. Попытка номер 100-500. Да что ты будешь делать? Так, чё за дела, ребят? Чё-то я не пойму, а какого леша мы сейчас начали тупить? А. Начали тупить. Эй, блин, вот здесь тоже, да. Так, ну ладно, проехали, допустим. Рубеж 40 секунд. Забываем, что там нужно будет тормозить. Так, 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 так. Неужели эта тачка на эту карту не подходит? Неужели она реально здесь не подходит? На другой тачке, наверное, здесь быстрее можно проехать. Ай, блин, рубеж. Тот самый, ребят, забыл. А, иначе не заедем мы с вами. Так, все, проехали. Теперь... что надо на катиком. На катиком и вот здесь крутой подъем. Блин, неужели я опять... Ё-моё, ребят, не опять не успел, что ли? Лёшка 59-56 сделал, а мы с вами 1-0-1. 1-0-1-11, ничего себе цифра. Получается, мы на второе место даже не попадаем. Какого лешего? То есть, смотрите, тачки у них другие. А какую тогда нам взять? Давайте.
Давайте на танке попробуем. Она у нас тоже заряженная, быстрая. Может что-то и покажет, но... Пока что соперник, кстати, сзади остался. Уже нет. Нет, танк здесь ужасно себя ведет. Отвратительно. Так, что у нас еще есть? Броневичок. Ну давайте на броневичке попробуем. Же колесная техника, в принципе. Поэтому, ребята, может быть, ну, быстрее должна проехать-то по асфальту, да, чем танк. Так, рубеж. Подожди, а что это у нас метражи здесь показывают теперь? Потому что мы на этой технике рекорд еще не поставили, поэтому метраж. Тормознули. А, эти чувачки вообще вот на здесь вот в этом месте на полной скорости просто пролетают, получается. Поэтому у них секунды прям... Мало секунд они тратят на все это дело. Я понял, в чем фишка. Давайте на броневике попробуем доехать до конца. Нет, не залетим. Да. Так, ребят, броневик тоже не подходит. И возвращаемся опять-таки. Давайте вернемся опять-таки к гонщику SX. Вот эту бы прокачать, она бы у нас была на 13 уровень характеристики. То есть мощнее была бы намного. Так, давайте все-таки на SX и гонщики попробуем все-таки побить. Потому что она нереально быстрая. Но, ребята, в том месте рубеж 40 секунд. Нам нужно что-то там предпринять. Так, и здесь тоже не тупить. Прям в самом начале. Да. В самом начале не тупить, и все будет у нас чики-пуки. Пуки-чики. Про рубеж 40 не забываем. Блин, про рубеж 40. Это все замечательно, рубеж 40, да. А, они вот здесь вот, я думаю, что разгоняются и просто пролетают. Вот отсюда они просто залетают туда наверх. Блин, а как нам тогда сделать так, чтобы... Там горочка такая есть противника. Ее нужно как-то максимально быстро проскочить. Тогда у нас будет скорость максимальная. И, соответственно, мы сможем с вами пролететь. Так, рубеж примерно 30 секунд. И там будет... Так, вот здесь зря, ребят, я так еду. Вот здесь бугорочек, если мы проскочим, в принципе, да, то у нас будет скорость максимальная, и будет возможность нам проскочить ту самую ответственное место. Блин, да и чтоб тебя, а? Ладно, заехали, бог с ним, давайте дальше едем. У нас все равно как бы впереди все равно едем, поэтому давайте дальше погнали. Вот здесь вот. Вот эту горочку, если, ребят, обработать четко, но чтобы ее обработать, нужно чуть-чуть поближе там кое-что сделать. Что у нас усердно не получается сделать, ё-моё. Сейчас попробуем. Давай, гонщик, давай. Вот здесь, ребят, максимальная скорость. Чтобы... Ага, все. Во, что я хотел сделать. Вот именно про эту фишку я и хотел вам, ребят, сказать. Я говорил, ну, про эту фишку. Сейчас остается уже как бы дело за малым. Вот здесь вот заехать. Залететь максимально быстро, ребят.
Есть, есть. 58. И сейчас... А где? Вон он проехал, да, ребят. Обогнали мы его на секунду. Блин, не так уж и много, кстати, отрыв. Но главная наша задача поставлена и выполнена. Так что, ребят, пока все. Подписки, лайк, колокольчики жмите, делись видосиком. О, здесь вообще нас нету. Значит, до конца даже не доехали. Да, ребят, интересно, девки, блин. Да, подписка, как говорил, бла-бла-бла. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.